Грибок является опасным заболеванием, которое можно подцепить где угодно. В общей душевой, в бассейне, в любых других помещениях и местах, где люди соприкасаются индивидуальной гигиеной. Одним из лучших бабушкиных средств, которые признают все современные врачи, является комбинация яблочного уксуса и соды. Оба ингредиента обладают противогрибковыми свойствами, поэтому их смесь – настоящее оружие массового поражения для любых грибков. Главное следовать рецепту и инструкциям применения. Грибковая инфекция возникает из-за стремительного роста дерматофитов, и она является очень распространенной проблемой. Она не сильно опасна для здоровья, но вызывает серьезные проблемы с внешним видом ног, зуд и жжение на коже, а также изменение фактуры и формы ногтей. Основная причина появления грибка – это контакт с зараженными объектами. Это или обувь, или полы в общественных местах, или же другие факторы, такие как повышенное потоотделение или ухудшение работы иммунитета. На первом этапе никаких изменений внешне не отмечается, но со временем ногти желтеют, становятся тоньше и более ломкими. Яблочный уксус и сода помогут остановить распространение грибка и снять все побочные эффекты в домашних условиях. Яблочный уксус содержит два вида кислоты – и яблочную, и уксусную. Поэтому эти щелочные вещества в комбинации быстро останавливают рост дрожжевых микроорганизмов. А еще в них находится много минералов, витаминов и клетчатки, поэтому они быстро восстановят нормальную структуру кожи. А пищевая сода является натуральным антисептиком. Подщелачивает кожу и убирает грибки. Это помогает удалять омертвевшие клетки, замедлять развитие грибка и восстанавливать кислотно-щелочной баланс кожи. Это уменьшает потоотделение, а значит защищает кожу от возникновения грибка или бактерий. И в качестве приятного эстетического бонуса сода поможет убрать желтый или коричневый цвет, который возникает из-за появления грибка. Как же сделать средство против грибка в домашних условиях? Лечение этим народным бабушкиным средством проходит в две стадии. Для начала необходимо нанести уксус прямо на ногти с помощью ватного диска или же сделать ванночку для ног с уксусом в составе. Затем необходимо подождать несколько минут и нанести на ноги пищевую соду, чтобы усилить эффект от яблочного уксуса. Компоненты этого средства и рецепт. 1,5 литра воды, половина стакана яблочного уксуса, 7 ложек пищевой соды. Как правильно приготовить процедуру? Наливаем горячую воду в емкости, добавляем в нее яблочный уксус. Вода должна быть горячей, но не обжигать кожу. Опускаем ноги в воду и парим их в течение 15 минут. Затем необходимо хорошо высушить ноги и нанести на них пищевую соду отдельно. Втираем ее непосредственно в ногти и оставляем еще на 15 минут. Соду нужно смыть и еще раз высушить ноги сухим полотенцем. Процедуру нужно проводить ежедневно по вечерам, чтобы лечебный эффект был максимальным. Полностью избавиться от проблемы можно в течение нескольких применений. Ждать успеха сразу после первой ванночки не стоит. Не прерывайте лечение, чтобы кислые среды замедляли развитие грибка, и победить заболевание не составит никакого труда. Успехов во всех начинаниях!